Всем привет, друзья, с вами Ларчик. В этом видео поговорим с вами про празднование World of Tanks десятилетия. С 22 апреля, вот уже завтра, стартует первый акт празднования. Каждый акт будет длиться примерно месяц, всего их будет 5 штук. В начале каждого акта неделю будет длиться активная фаза. Всю эту неделю активной фазы можно будет выполнять специальные задания. Юбилейные задачи. Они будут разделены на 3 кучки, в каждой кучке по 3 задания. Попроще, посложнее и самые сложные, но, как я понимаю, это будет что-то по типу ежедневных заданий, ничего в них сверхсложного не будет. За выполнение этих задач вы будете получать жетончики, которые сможете тратить в специальном юбилейном магазине, в котором можно будет приобрести всякую кастомизацию на танчики, посвященную всем событиям, которые произошли с картошкой за 10 лет. Также еще во время активной фазы на протяжении всей недели будет действовать игровое событие «Вспомнить все». Каждый акт это событие будет разным и посвящено различным этапам игры. В первом акте во время активной недели у нас будет возвращение общего чатика. Целую неделю можете пользоваться общим чатом. В следующих актах будет что-то другое. Вот в принципе и все. Еще можно подробнее поговорить про юбилейный магазин, но в целом там просто за жетончики можно будет покупать кастомизацию, уникальные камуфляжики на танки, которых еще не было в игре. Также еще за прохождение всего этого добра вам будут даваться ключи, за которые в конце можно будет получить 3D стиль на танк Т-30. В целом хайп это какой-то соберет. Чего только стоит первое событие с включением общего чатика, на который мне, честно говоря, вообще все равно. Включать в игре чат себе дороже. Ничего умного или полезного там не прочитаешь. Да и смешного особо ничего нет. Один срач. А если он еще и общий будет, то срача будет просто вдвойне больше. Конечно, прикольно будет купить что-нибудь из этого юбилейного магазина, вспомнить что-нибудь прикольное из событий в игре, которые были очень давно. Но это все очень быстро забудется, сыграл просто в рандом пару каточек. В целом очередное масштабное событие, в котором по сути ничего внутри нет. Опять какие-то жетончики придумали, ключики, фигнючики, за которые можно купить в очередном магазине очередной мусор. Вместо того, чтобы заниматься проблемами игры, тратят ресурсы на какую-то дичь. Это лично мое мнение. По сути, больше нечего разбирать в этом событии. Дальше посмотрим, чего они там понадобавляют в эти активные недели. По сути, в новости на сайте World of Tanks текста очень много, но если все прочитать, понятно, что ничего там особо-то и нет. Просто неделю выполняешь какие-то там обычные задания. Вот, в принципе, и все событие. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Turning in the dark, nah, as I hit the strip and spin it.
get it right, right, right. So stay with me. Run away with me. Need like a dope fiend, need dope. Need like a coke fiend, need coke. Even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close.